Меня сегодня подняли в 3 часа ночи. Что вы что? Можно, пожалуйста, не то я вообще-то... Перезапись. Нет. Где терапевт? Я просто предложила идею. Зачем ее было реализовывать? Кто вас просил? Нахуй. Зачем ты это сделал? Непонятно. Обзор лука. Я взяла с собой еще шорты от этого костюма. У меня ужасно заложены уши. Я как будто бы в наушниках, знаете, отвратительное ощущение. Такие у меня сегодня подвесочки, которые я, кстати, делала сама давно, очень. Думаю, подвески, наверное, года 3. А может, чуть больше даже. Я связала кафхолдер вот такой. И сегодня в Питере хочу его... Ну, опробовать, понимаете? Да. Время 5 утра. А у Игната чё? Поехали. А Игнат никуда, походу, не летит. Из интересного, мы хотели поесть вафли на завтрак, но все открывается с 10, мы поняли, что Мак завтрак, это будет самый топ. У меня заложены уши еще с вчерашнего вечера. Я думала, если я посплю, мне станет лучше. Нет, я думала, если я полечу на самолетик, посплю в небе, мне тоже станет лучше. Но нет, есть небольшое ощущение, что заболеваю. Да. Но надеемся, что нет. Ничего романтичнее, чем прийти кушать макдонак на адмиралтейство с видом на контент. Моя идея. Жарко, несмотря на то, что небольшой.
большое количество градусов на улице. Вот стоим, ждем Игната, чтобы пойти поесть. Или женщин. Это тут контроль орудия по названию. Но я много сказал, что там малина, вишня. Апельсин, ну, малина была видна, апельсин было видно, вишня по наитию сама пришла. Этот человек взял всего лишь 10 пышек. Там была малина, малина есть. А я говорила, что нужно взять 12 пышек. Вот, что вы скажете в своё оправдание? Через год исправимся. Я говорила, что нужно было взять больше. Не мне, для них. Конечно. Не для себя. Для организма. Йом серф кофе. Ели пушки. Мы хотели посидеть там, но этому не суждено было осуществиться, поэтому просто смотрим на красивый вид. Мы приехали на Севкабель и пришли, куда мы пришли? В Днепр. В Днепр еще раз. Кибер. Кибер-Обра. Батюшка. Я устала. Я хочу уже как-то. Пойдем. Короче, мальчики пили коктейли, я это не сняла, потому что мне пофиг, я очень устала. Я максимально в ноль. Ну, потому что спали мы 4 часа. Я не знаю, откуда у них силы. Но я не вывожу. Сейчас мы едем... Нет, мы идем в магазин покупать мне водичку, делать мне бодрящую водичку. Да, бодрящий коктейль. Коктейль. Yes. And потом we driving for... Куда? 12 стульев? Полторы комнаты. Пить... The best Bloody Mary. Ну, они будут пить. I'm not drinking. I don't know. I know. Yes. You know? Эти чукчи затащили меня художную. Мы просрали там кучу времени, не денег. И теперь мы идем дальше. Они напились. И мы идем пить дальше, конечно же. Потому что время не с шевалом. И как бы... Они решили по харду сегодня пойти. Все, забил. Скину хот-догами и картошкой. И луковым кетчупом, и соусом. Игнат на своем месте. Вот это вот урна. Игнат, шикарно, шикарно. Пройдемте в опочивальню. Я завели в уебар. Там нельзя бить никого, а я под конец ударила официанта, и теперь мне стыдно. Мне нельзя в такие места, но коктейльчики были классные, забавное место. Мальчики очень-очень рады. И мы наконец-таки держим свой путь до вокзала и уже едем в Москву. Поэтому это конец моего влога. Спасибо, что вы посмотрели. Подписывайтесь на мой комменты, на посты. Всех люблю.